Открытие турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края прошло на спортивных площадках города-курорта. На участие в муниципальном туре подали заявки более 30 команд. На стадионе «Спартак» участников краевых соревнований приветствовали почетные гости и организаторы турнира. Все знают, с каким счетом сегодня сыграли наши команды. Молодцы! Вот я вижу, что вы действительно отслеживаете игру нашей сборной команды России. И я, безусловно, не сомневаюсь в том, что вы болеете все за то, чтобы наша команда заняла ведущее место или была в числе призеров на чемпионате мира. После торжественного открытия был дан старт. Игра проходила одновременно на двух площадках. Городская футбольная команда «Виктория» встретилась с командой Субсехского сельского округа, призером этого турнира прошлого года. Мы в том году играли. Заняли второе место, в этом хотим уже первое занять. Три команды по трем возрастным категориям под одним названием «Ника» выступают от станицы Анапской. Все как один мальчишки смотрят матчи в Бразилии, учатся у мастеров футбола и, конечно, мечтают о победах на полях спортивных сражений. Мне очень нравится сборная Бразилия, потому что они очень техничны, и они как бы пять кубков уже выиграли чемпионаты мира. Ну и в обязательстве, конечно, за наших русских. Смотрел вот матч сегодня 2 часа ночи. 1-1. Неплохо сыграли. Я хочу в российские команды. «Зенит». Я хочу в сборную потом попасть. У нас очень сильная команда. И мы надеемся забить очень много и занять первое или второе место. Первый этап турнира продлится до конца июня. Победители будут представлять дворовые команды города-курорта на втором зональном туре с 1 по 8 июня.